Давайте по пранаяме еще раз пройдемся. Опять пришли люди, которые некоторое время отсутствовали. Мы уже несколько раз выполняли такую пранаяму, которая вызывает желание приложить некоторые усилия даже у опытных бойцов. Пранаяма заключается в следующем. То есть традиционно делается стандартный как бы вход, так как мы и делали сквозное дыхание, потом 3 цикла 5 к 8, выход тоже 3 цикла 5 к 8 и растворяющееся дыхание с контролем себя или не столько с контролем, как с фиксацией распространения пульсовой волны на периферию и возврат ее назад. А основной блок состоит из 7 циклов, у которых задержка на вдохе 32-48, потом 3 раза по 60 и дальше спадает 48-32. Это задержка на вдохе. Задержка на выдохе у вас идет 16, дальше 5 повторений по 8 и в конце опять 16. То есть получается как бы такая структура, как мостик. Если вам тяжело удерживать 60 единиц и делать после этого еще и задержку на выдохе бахья-бундхака, ну тогда, скажем, ее не делайте. Желательно, чтобы вся верхняя полочка задержки на вдохе были исполнены. Ну и, соответственно, 32 на 16, оно не должно особого вызывать напряжение, потому что там 32 единицы практически все вы держите. Если вам жарко, можете в процессе того, как вы дышите, увести язык в точку воды, это туда, на до предела, на мягкое небо. И для того, чтобы не спиться, какой у вас там цикл, вы можете, скажем, закладывать пальчики. Один цикл выполнен, мизинец, второй, второй и так далее. То есть вот у нас 6 циклов, вот оно получится. А пальчики в кольце уже на него. Понятно? Mm-hmm. По всей структуре. Нет, я имею в виду, вот когда вы будете считать, выполнили, оп, выполнили. И так далее. По всей, понятно, вся схема какая. Запомнили? Ну, теперь вот поехали. Расслабляемся и пробуем осуществить данную работу. Старайтесь привязываться к пульсу.